Я больше никогда ничего не буду заказывать во Вкусвилле. И, конечно, это связано с их последним скандалом. Для тех, кто не в курсе. У них была рекламная кампания, где участвовали покупатели, которые рассказывали о своих любимых продуктах. И среди участников оказалась лесбийская пара и их две дочери. После чего этот пост, естественно, был засран. Я думаю, вы понимаете, какой частью населения... Вкусвилл даже уволил сотрудников, которые выставили пост. При этом пост этот был с пометкой 18+, чтобы не допустить пропаганды гомосексуализма среди детей, как это запрещено в законодательстве. И после этой ситуации Вкусвилл сразу же удалил эту рекламу и разместил пост с извинениями. С извинениями перед людьми, чьи чувства они задели этой рекламой. То есть они считают, что они реально оскорбили людей тем, что кто-то любит того, кого любит. На мой взгляд, это просто полный абсурд. Но я уж надеюсь, что Вкусвилл не потерял своих гомофобных клиентов и продолжает их радовать своей гетероедой. Но я считаю, что из-за такого мы к прогрессивному обществу еще очень долго будем идти.